радио. Вы нас радио Голос. Напоминаю, мы вещаем на 13800 килогерц в диапазоне коротких 22. К субботу с 15:30 до 16:30 по всемирному времени. Пишите нам по адресу: Россия, город Воронеж, индекс 390. После этого получаса вы услышите слушайте передачу из архива русского христианства «Путь, истина и жизнь». В заключение прозвучит вам «Вечная истина». Изучение книг Григорий. Вечный пастор Надежда Строков. Дорогие радиослушатели, желаем вам хорошего приема и обильных благословений от Господа. Сегодняшний не только похож на день вчерашний. Он тем более, если ты... твоя жизнь день будет неизведан. Помним обещан. И вчерашнюю вечность завтра еще пил. Но это завтра сегодня. Люди Мост, а также доктор Сейла представляет, что завтра наступает сегодня. Сколько существует человечество, столь занято поиском счастья. И это нормально. Хочет быть счастливым. Балом. Чёрти. Везде можно встретить людей, которые эфируют. И вы можете быть потеряны, что у них в фотоаппарате вы найдете желтую кассету. Тонкий кодек, который сделал слово кодек, там всему миру звали Исман. Компания Кодек и ее девиз. Вы нажмете на кнопку, а мы сделаем иное. Сделали этого человека, скандинава по происхождению, мультимиллионером. Был ли этот миллионер?